Большие спортивные события не покидают Нижний Новгород. Впервые на главной спортивной арене города 17 июля пройдет матч чемпионата Европы по регби, в котором сыграют сборная России и Португалии. Для национальной сборной это будет уже третий матч на турнире Старого Света. Сейчас россияне занимают четвертое место в группе, после двух встреч имея в активе 4 очка. В прошлых играх сборная России встречалась с Румынией, где победила со счетом 18-13, а в следующем разгромно проиграла сборной Грузии 6-20. Еще один матч с испанской командой был перенесен. Чемпионат Европы по регби – турнир, проходящий между 6 европейскими сборными, входящими во второй по силе континентальный дивизион. Лучшая сборная по итогам турнира получает титул чемпиона Европы, а худшая – играет дополнительный матч с чемпионом 3-го по силе европейского дивизиона. Чемпионат Европы по регби является отборочным турниром Кубку мира 2023 года, который пройдет во Франции. Так что приходим на стадион Нижний Новгород в 13:00 и смотрим регби.